Перспективы и направления дальнейшей работы в области охраны окружающей среды глава Чувашии и председатель Думского комитета по экологии обсудили на рабочей встрече. Владимир Бурматов поделился своими впечатлениями от увиденного на полигоне ТБО и Пихтулинской свалки. Он отметил: «Очень важно, что Чувашия последовательно и планомерно проводит работу сразу в нескольких направлениях и своевременно предпринимает меры для улучшения ситуации в области обращения с отходами и сокращения накопленного вреда экологии, применяя опробованные и хорошо зарекомендовавшие себя технологии». Абсолютно рабочий режим. Более того, у нас республика числится в передовиках с точки зрения оперативности перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Там в первой десятке, в общем-то, регион из тех, кто раньше других произвел все процедуры. Мне было интересно посмотреть, конечно, мусоросортировку, вот, потому что это вполне современное производство, где, значит, выделяется большой объем полезных фракций. Это идет на экспорт, причем во многие регионы Российской Федерации, и бумага с картоном, и пластик, и даже стеклобой, который у нас практически не перерабатывается в России, тем не менее, его пристраивают. Я уж не говорю о таких фракциях, как цветные металлы. А касаясь остальных полигонов твердых коммунальных отходов, которые у нас на территории республики есть, они все на учете у нас. В течение 6 лет мы перед собой поставили задачу, это непростая задача, сложная, ответственная задача, мы будем полностью рекультировать эти действующие свалки. Мы 2 мусоросортировочных полигона еще построим, всю территорию Чувашской республики обеспечим сортировкой мусора, прессованием, потом будем увозить на тот полигон, который имеет соответствующие документы по всем санпинтребованиям и нормам природоохранного законодательства. Это вопросы экологии.